Медицинские учреждения республики готовятся к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией. Стационар клиники «Северный» в Чебоксарах снова перевели в закрытый режим. Сегодня наша съемочная группа отправилась туда и узнала, насколько врачи готовы к наплыву пациентов. В августе стационар в Северной клинике прошел полную санитарную обработку. И вот снова здесь введен закрытый режим. Сюда поступают пациенты с коронавирусной инфекцией. У нас шестикоечная реанимация. На всех шестикоечках сейчас находятся пациенты в тяжелом состоянии. Персонал старается, справляется. У нас очень интенсивная работа. Да, у нас обеспечение хорошее, у нас все есть. Кислородом обеспечено, лекарствами обеспечены. Северная считается филиалом больницы скорой медицинской помощи. Здесь развернуто 140 коек для лечения пациентов с ковид. Вместе с основным стационаром БСМП 542 койки. Проведено более 300 дополнительных точек подачи кислорода. Закуплено 88 аппаратов ИВЛ. 4 десятка мониторов слежения за витальными функциями пациента, аппараты высокопоточной оксигенотерапии, реанимационные функциональные кровати, ну и так далее, и так далее. В настоящее время больница не испытывает недостатка и полностью оснащена средствами индивидуальной защиты в достаточном количестве, все нужные лекарственные препараты. Таким образом, больница работает напряженно, но штатно. С марта, когда начали поступать первые пациенты, и по сентябрь медицинскую помощь получили более 6 тысяч больных с коронавирусом и внебольничной пневмонией. БСМП по-прежнему работает в закрытом режиме. Врачи в плане лечения четко следуют всем клиническим рекомендациям Минздрава России и Всемирной организации здравоохранения. За это время в больницу поступило большое количество современного оборудования, и недостатка в аппаратуре медики не испытывают. Эти аппараты искусственной вентиляции экспертного класса, которые позволяют подобрать необходимые параметры вентиляции индивидуально для каждого больного в той или иной ситуации. Ну, хочу сказать, что на сегодняшний день наша реанимационная служба полностью обеспечена всем реанимационным оборудованием необходимым. Персонал строго соблюдает все санитарные правила, чтобы обезопасить от риска заражения не только себя, но и окружающих. В красную зону можно попасть только через шлюз. А когда заканчивается смена, медики проходят тщательную обработку. Опасность распространения коронавируса практически отсутствует. Татьяна Иванова, Семен Антонов, «Вести Чебоксары».